Орда зомби. Просто зомби куча. Просто много. Оператор записывает это все с неба. Просто полнейшая катастрофа. Зомби начинают творить всякую всячину. Мне надо отбиться! Уйдите! Уйдите! Давай, отстреливайся! Убей их! Блин! Блин! Я не знаю, но кажется так. Отстреливайся. Мы должны еще много чего. Я не знаю этого. Почему? Я же сказал, появятся зомби с большим IQ. И могут правильно начать держать оружие. Я поем кусок, который у меня был в жареной баранины. Блин. У меня есть еда. Иди ко мне. Я тут, кажется, что-то нашел. Чё ты там нашел? Это что? Самопал я какой-то нашел. Тут так написано. Я выброшу это. Я не знаю. Чё за сундук? Господи! Что это? Вот экипировки. Боже мой! Я вот это возьму. Это возьму. Всё, о господи. Вот эту штурмовую мне надо взять тоже. Так что, для штурмовой. Вот, для мой штурмовой был. Погоди, у меня вот для штурмовой. Что это? Таблетка какая-то. Да, таблетка от радиации. Так, пшеница, о господи, это что? Пистолетные патроны. Я забрал все, что надо. Эта экипировка просто будет хорошей. Это что за экипировка? Неужели я так выгляжу? А, я что, запись включил? Так, и всем привет, дорогие друзья. С вами снова Ликс. Ах, это мощно стреляет. Всем привет, дорогие друзья. С вами снова Ликс, ребята. И со мной, опять же, мой друг Владимир, сосед. И сегодня, ребята, мы опять отстреливаемся от кучки зомби. Это вторая запись. Револьвер? Револьвер какой-то, что это? О господи, это что такое? Я ещё его перезаряжу. Какой-то легендарный сундук, в котором слагали легенды. Мы не знаем, тут вроде бы богач какой-то. Я вспомнил, тут богач жил. Его зомби уничтожил просто. Хлеб на пол не бросают. Ну ладно, очистим. Тут все равно чисто. Все, пошли. Так. Извини, курочки. Я поделать больше ничего не могу. Еда нужна. Это для еды. Я свинью не ем. Кстати, мне с этих зомби упадал уголь. Можно так пожарить мясо. Точно! Точняк, можно! Вот. На. Убить их надо. Пора заканчивать, а то у нас зомби услышат. Да. Огромные. Так, вот наши дома. Вот наши дома. Это же звуки были. Что это сейчас звуки был? Что это сейчас было? Ты это тоже слышал? Ой, блин. Броня тяжелая. Ну ладно, придется идти. Ищем. Опа, погоди, подожди, подожди. Стой, дай мне... Тихо, 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 дай мне прицелиться. Там зомби сверху. Ах, блин, сейчас болтовкой его выстрелю. Так. Ах, убил. Стой, там... Я убил крипера. Легче справляться с этими зомби. Да. Ну знаешь что? В чем прикол? В том, что нам нужен. Что это за звук был? Так, что это за звук был? Обернись. Господи, что это? Что это? Господи. Что? Подожди, надо в укрытие идти. Быстрее, скорее, скорее в укрытие. Это же гигант, я про него слышал.
Идем. Зомби. Блин, убирай вот это все ломом своим. Блин. Так, ты пока там, я не знаю, что делаешь. Надо убрать этот камень. Что-то сделай. Не делай этого лучше. Камень сдвинул. Я это сдвинул все. Кажется, ты его расслабил, да? Все, значит, нам надо идти, пока он опять не очнулся. Блин, господи. Я не знаю, дай мне лом. Кажется, в ногу у Сеньвазера. Вот. Блин. Это, наверное, их титан какой-то. Опачки. Это, наверное, производитель. Давай. Так, мы от него отошли сейчас. Сейчас он там уничтожение города делает. Ой, я тут заметил это. Где? Зомби. У меня тут из зомби выпала кирка. Зомби-кирка? Она подойдет нам. Ее надо будет как-то еще починить или что-то еще. Пошли. Может, мы пойдем обратно в дома? Нет. У нас, знаешь, что? Ой, блин. Тут зомби. А, умри. Так, погоди, подожди. Ай! Блин. Что за ненормальность? Короче, знаешь что? Пись! Так, короче, знаешь что? Нам нужно найти транспорт. Либо корабль, либо самолет. Пошли в путь. Может, чего вернемся домой и передохнем? В принципе, ты прав. Надо идти домой. Пошли. Боже, как тут еще богато. Тут, это, походу, банк. Тут еще изумрудов. Да, тут реально слишком богато, я не знаю, что это. Нужно аккуратно пойти. Спустя полчаса они дошли до домов. Так, ребята, все, мы сейчас прошли. В общем, мы сейчас кое-что сделали. Наша главная цель сейчас найти корабль или самолет. Нужно как-то истребить это все. Мы не знаем, мы уже сколько тут живем, мы не можем это истребить. Так что... Ты заходи в свой дом, и я зайду в свой. Так. Да? Да, сейчас. Ох, ребята, мне надо передохнуть. Так. Тут бургеры. Так. А, давай сюда. Ты что, ко мне домой зашел? Я не понял. Ты что, реально зашел в мой дом? Я хотел тебе сказать, что мы можем сейчас пожарить мясо. В принципе, да. У тебя же печка есть, блин. Я же тут чуть-чуть живу тут. Я всего лишь тут пока несколько дней живу. Я не понимаю, что это же аудиогород называется. У тебя печка есть. Тебе печку там что-то надо делать. Ах, блин. Не помню, где я печку оставлял последний раз. Блин. У тебя где-то должна быть печь. Ладно. Что это? Это мой компьютер, я ютубер. Блин. Но сейчас дело идет не о ютубе. Так, пора выключать свет. Может, так. Будут поискать эту печку. Поискать. Может, попробуем пожарить на плите? А как мы пожарим? У тебя же не работает тут газ. Все вот это отключено же. Не, у меня там есть запасы газа. Печки. Есть? Ну давай попробуй тогда. Сейчас. Дай мне мясо, которое у тебя есть. Вот, погоди, вот она. Держи. Так, спасибо. И они начали жарить мясо. Ну, спустя 10 минут мясо пожарилось. Пожарил, ой, что баранину, там пожарил? Потому что я думал, что, ну, мы...
нам покажу, ну, нам другое мясо покажу, ну, ну, не пригодится. Отлично. Кусочком баранины. Спасибо, давай. Так, теперь нам нужно передохнуть, точнее, мы уже отдохнули. Ну, мы сейчас давай пожарили мясо. Завтра прихорашиваться будем. В смысле сканер? Что это? Не понял. Что у тебя вот постоянно этот сканер говорит что-то? Выключи ты его. Так, давай. Ай! В меня стреляют! Умри! Отстреляйся. Почему ты так громко там оттуда разговариваешь? Я не пойму. Потому что ты рядом. Ну, сейчас я рядом. А там, блин, тебя громко слышно было. У тебя ванночка тут, блин. Пугается или в эту броню встроена рация? Да. Подожди, у себя активирую, у тебя тоже красная. Погоди. Я активировал. Алло. Я слышал, я тебя слышу. Ты слышал, где-то гром ударил? Да. Так, давай ты сейчас отойдешь на расстояние, и мы проверим рацию. Давай. Алло, алло. Слышу? Тебя хор... Да. Заряд 1000 из нуля. У него заряд очень большой аккумулятора. Так что мы можем разговаривать где-то 9 суток без... Ах, блин! Блин, у меня броня разрядилась. Мне нужно как-то ее зарядить. Ай, блин. Блин, надо убить их всех. У меня что ж штурмовая есть? Ну, какую-то на броне. Я думаю, он активирует полную броню. Точно. Давай, короче. Все, нам надо идти уже реально. Здесь нам уже опасно стоять. Они зайдут в нам наши дома. Ты же видел, они в домах появляются. Согласен. Как его? Пошли. Уползу. Так. Давай-ка исследуем эту квартиру. Здесь все открыто. Ах. Что это за звук? Где? Нету. Не было. Тебе показалось. Давай исследуем другие дома. Тут тоже дверь открыта. Ой, я вижу какой-то сундук. Ты вроде бы говорил... Да. Иди сюда. Сундук, давай я его откроем. Тут энергетическая ячейка. Так, я сейчас присоединю их к своей броне. Я тоже. У меня активировалась броня. У меня тоже. Что я теперь могу делать? Теперь ты как-то стал быстрее и выше прыгать. Это отлично. Значит, мы можем пойти еще что-то делать. Пошли. Давай, выходим из здания. А, так. Ладно. Пошли. Все, значит, мы можем уже идти искать корабль. Нужно пойти. Исследуй всю эту местность. Следуй все, как тут есть, до единого. Так, идем. Блин, ох, господи, как жарко. Похоже на то. Но тут жарко, капец, как жарко. Блин. Это дым и газы. Я вот не знаю, что это. Что, почему мне эти ячейки не идут? У тебя в броне есть специальный слот. Да. Погоди, вот я включил его, кажется. Я его включил. Специальный слот для патрон, для ячеек и всякого такого. Я вижу, вот у меня есть этот слот. Вот, ты можешь туда это переложить. Я переложил. Ну все, я ломаю забор. Давай я ломаю. Все, идем. Это же рельсы, хотя безопасно тут не... Так, аккуратно. Одеваем оружие. Зомби. Зомби. Сколько же тварей.
Я вроде бы слышал, где-то тут неподалеку есть аэропорт. Где вон еще зомби? Так, тихо. Погоди, я что-то нашел. Где? Ты где? Иди ко мне. Беги ко мне. Я тебя вижу. Зомби. Так, ну ладно, пошли. Ищем, что тут есть. Вот, стой. Тут есть самолет. Самолет! Я ж сказал, тут аэропорт неподалеку. Тут самолет есть. Значит, нужно срочно забежать в аэропорт. Ах, миссия сейчас такова, зайти в аэропорт. Ты где? Давай вот в другой самолет пойдем. Сойдем. Нет. Флаги России. Че, реально? Но нужно вот сюда зайти. Вот, иди сюда. Не ломай русский. Да он везде во флагу России. Все, нужно, подожди, нужно как-то его под управление взять. Что это такое, блин? Как тут ходить? Так, нужно найти. Так, так. Извините, на борту русского самолета С-27 модели не хватает энергии. Пожалуйста, пополните бак. Ведь энергия зависит от полета. На данный момент составляет энергия 1500 из 10800. До свидания. Я не понял. Тут, кажется, энергии мало. Оно не хватит. Оно не хватит на полчаса даже. Энергии мало, ты где? Значит, нужно бензин искать. Значит, выход таков. А может, надо еще самолет залить обычной энергией? Электричеством еще надо? Тут нужен большой бензин. Он не как машины, тут другой бензин нужно. Возможно... Нужно топливо. Нужно топливо, именно, точно. Ну, топлива нет. Итак, ребята, короче, наша миссия сейчас чуть-чуть выполнена была. Мы смогли найти самолет, зайти в него и сделать все, что нам нужно. Но единственное, но что именно нам помешало, то, что у нас нету топлива. Оказывается, самолет был разряжен. Оказывается, борт автоматически сказал. Значит, нам нужно найти, где-то есть явно бензин. Который точно будет... Берегись! Ах, блин. Мы чуть не сдохли. Ребята, короче, в общем... Мы попытаемся найти топливо. И наши, возможно, энергетические ячейки тоже нужно будет положить. Возможно, все это нужно совместить, чтобы самолет полетел. Такое топливо не пригодится даже на полчаса, ребята. Он очень быстро так тратится, когда энергии мало, он быстро тратится. А когда энергии много, оно долго тратится. Ждите третью запись. На 3 лайка мы это сделаем. Попытаемся. Удачи.